все понятно. Едем. Мама. Мама пристегнулась, говорит, штрафуют пассажира обычно, а не водителя. Оно так и есть. Едем ужинать. Мама, расскажи, что зрителям? В смысле, что? Что-нибудь, я не знаю. Ты давно не общалась с моими зрителями? Давно. Мы сегодня выйдем в прямой эфир, да? Угу. Мама говорит, телефон выброси, нельзя за рулем! Конечно, нельзя за рулем! Конечно, а мы с мамой приехали в Масланж. Будем болтать о своем девчачьем и есть вкусную еду.